Основным направлением деятельности нашей компании является заготовка и первичная переработка вторичных материальных ресурсов. В нашей стране, как в любом развитом государстве, вопросу сбора и переработки вторичных ресурсов уделяется все большее внимание на самом высоком государственном уровне. УАО «Белвторресурсы» осуществляет заготовку макулатуры, стеклобоя, лома и отходов черных и цветных металлов, полиэтилена. Заготовка осуществляется через собственные заготовительные пункты и от предприятий и организаций города Минска, торговли, общественного питания, здравоохранения, школы и других. Кроме того, оказываем услуги по вывозу дворовых контейнеров со стеклобоем и услуги по сбору изношенных шин. В структуре заготовки удельный вес макулатуры занимает 34%, стеклобоя – 16%, лома черных металлов – 46%, лома цветных металлов и полиэтилена – по 2%. Одним из ключевых направлений деятельности организации является целенаправленная работа с населением. 80% в объеме сбора составляет заготовка от населения. Хорошим материальным стимулом населению по сдаче вторичного сырья на наши заготовительные пункты должны послужить закупочные цены, которые возросли с начала года в 2,5 раза. В настоящее время предприятие имеет 27 действующих заготовительных пунктов, которые расположены в 7 районах города Минска и Минской области. Увеличение количества заготовительных пунктов позволяет значительно увеличить объемы заготовляемых вторичных ресурсов и объемы их реализации. Заготовка макулатуры на предприятии осуществляется как через приемно-заготовительные пункты, так и посредством сотрудничества с компактными источниками – объекты торговли, общепита, учреждения здравоохранения и другими объектами. На приемно-заготовительном пункте заготовитель принимает у населения макулатуру картонную и бумажную. На производственной базе макулатура сортируется по маркам и плотно спрессовывается в кипы и отгружается на перерабатывающее предприятие. Заготовкой отходов из стекла занимаются наши заготовительные пункты, на которых установлено 150 контейнеров, а в целом по городу Минску установлено порядка 2500 контейнеров для сбора стеклобоя у населения. Специализированный автомобиль с кран-манипуляторной установкой, выгружая контейнеры в собственный кузов непосредственно на площадке, способен за один рейс обслужить гораздо большее количество контейнеров и тем самым увеличить объемы сбора. Так, объем заготовки стеклоотходов в этом году увеличился в 2,8 раза по сравнению с прошлым годом. В 3,8 раза увеличилась заготовка стеклобоя у населения. УАО «Белвторресурсы» осуществляет закупку лома и отходов черных и цветных металлов только у населения через приемно-заготовительные пункты. Закупочные и отпускные цены на ломы и отходы черных и цветных металлов устанавливаются Министерством промышленности Республики Беларусь. Весь лом и отходы черных и цветных металлов, заготовленные предприятием, подлежат обязательной сдаче УАО «Белвторчермет», УАО «Белцветмет». Деятельность нашей организации направлена на увеличение объемов сбора вторичных материальных ресурсов и сдачу перерабатывающим предприятиям Республики Беларусь. И сегодня у нас есть все предпосылки увеличить эти показатели, так как нашей организации проводится постоянная работа по заключению новых договоров с организациями. Расширение сети приемных пунктов дает возможность существенно увеличить объемы сбора у населения, улучшить финансовое положение предприятия, совершенствовать материально-техническую базу. Особой ценностью сбора и заготовки вторсырья компанией «Белвторресурсы» являются не только экономические показатели, но и улучшение экологической обстановки в целом по стране. Каждая тонна макулатуры, принятая у населения, экономит 3,5 кубических метра древесины или сохраняет до 5 гектаров леса ежегодно.